есть. Проходим. Все они в каком-то смысле супермены, доноры. Прошлый год стал настоящим испытанием для службы крови. Весной 2020 года акцию «Стань донором, спаси жизнь» пришлось отменить. Да и в целом с пандемией проблем хватало. Сегодня, к счастью, можно просто прийти утром в мобильный пункт. Если вам есть 18 лет, вес больше 50 килограммов и нет противопоказаний. С полным списком ограничений к донорству можно ознакомиться на сайте службы крови. Акция здесь, в Барнауле, носит статус студенческой, но если мы видим, что студентов не так много на текущий момент, то если подходит рабочее население, горожане, то мы иногда делаем исключение, как бы их принимаем в том числе. Кстати, в день сдачи донор освобождается от работы, служба крови обеспечивает компенсации на питание, но самое главное, в час X ваша кровь кому-то спасет жизнь. У нас студенты, те, кто, допустим, на акции впервые у нас сдал кровь, потом начинает посещать центр крови, приезжает туда. Присоединиться к акции можно до конца недели, каждый день с 8:30 утра до 12 дня. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.